В этом году летний отдых детей организуют по традиции не только в лагерях, но и на базе школ. Здесь для детей уже составили план мероприятий и рассчитали расценки на питание. Они будут организованы в первую смену на базе 23 общеобразовательных учреждений. Во вторую смену оно будет организовано только на базе школы номер 13, потому что необходимо учреждение подготовить к началу учебного года, а для этого необходимо все-таки временные рамки, чтобы с 1 сентября мы могли принять уже детей в школу. Стоимость путевки при трехразовом питании это будет 195 рублей в день. При двухразовом питании это будет 156 рублей в день. Точно так же, как и в летние оздоровительные центры, продажа будет осуществляться в процентном отношении. 50% это для всех категорий проживающих на территории образовательных, вернее, на территории Балаковского муниципального района, 30% это для работников здравоохранения, вот, и 20% это для родителей, которые работают на территории Балаковского муниципального района, для муниципальных учреждений всех форм собственности.